не сильно выпендриваться. Угу. Красивый у нас город после дождя, да? Ты вот как думаешь? Ну, ты вообще-то регулярно его снимаешь после дождя. Как бы просто в разных местах. Ну, вот я вот решил так немножечко пройтись. И вот мы очень часто ходим вот в этот магазин в Шериф. Да, ну тут... Так что... Вот сколько у нас. Кстати, здесь бывает попадаются бешеные псы. Да-да-да. Квентина Тарантино. Да. Вот, листва. А листвы-то у нас много. И желтые листья у нас уже есть. Они настолько бешеные, что могут бегать за такими машинами. Даже не боятся, что их передают напополам. Так что вот смотрите. Вот какая у нас осень в этом году. Это только-только-только дождь закончился. А, и сейчас дождь? Да. А, ладно, ты снимаешь. Ну-ну-ну, что там? Нет, это что-то записалось. Ну хорошо. Насчет кафе. А, вообще, ну хорошо, хорошо. Я понял. Вот, посмотрите. Вон, пиццу покушать. А где пицца? Или уже пошел? Пицца, пицца. О. Вот, кстати говоря, вот эти вот где собачки, вот эти вот собачки недавно тут на меня лаяли. Ну они, что? Они типа знают, что ты... Они? Это они знают? Извините, прошу прощения. Вот эти люди, да? Да чего они все-таки доводят нас? И жалко они их. То, что ты их снимаешь, типа, и будет доказательство, что они на тебя типа наезжают, чтобы их не судили как. Поэтому они спокойно ведутся. Подожди, а что, хочешь сказать, что собаки на меня могут на меня в суд подать? Это, по-моему, ты... Нет, типа, если ты на них начнешь жаловаться, чтобы не было доказательств, что они на тебя наезжали как. Поэтому да. Они спокойно себя вели, пока ты их снимаешь. Я понял тебя. Да. Ну, может, и на тебя суд подадут, типа, а он нас ну, без нашего согласия, типа, снимал. Как все-таки у нас? Так, ладно, сейчас я зайду. Хорошо, ты доходи, а я тут на этом сделаю стоп. Думаю, 3 минуты хватит, не буду больше. Thank you.